Актеры на сцене. Идет репетиция перед выступлением. В Оренбургском театре «Кукол» открытие театрального марафона. Не обойдутся и без премьеры. Спустя 10 лет оренбургскому зрителю снова покажут генералы в юбках. Кукольники вновь развеивают миф, что театр для детей. Акценты 2022 для актеров, как свежий глоток воздуха. Тут как раз такой тонус, эмоциональный всплеск, потому что приходится работать каждый день. А некоторым артистам и по несколько спектаклей. Это очень так воодушевляет и настраивает на работу. Помимо спектаклей, для детей и взрослых подготовлена выставка. Представляет ее впервые, а посвящена она 70-летию создания в Оренбургском театре спектакля «Кукла для взрослых». Много здесь замечательных имен, и их спектакли здесь как раз и представлены. И представлены куклы из этих спектаклей, тоже не все. Но вот они теперь все вокруг нас и смотрят из истории. И есть возможность такая заглянуть, как же это все начиналось именно в нашем театре. В программе марафона спектакли для взрослых «Зойкина квартира», «Генералы в юбках», «Женитьба Бальзаминова», а для маленьких зрителей «Прыгучий мышонок». В антрактах творческие встречи и музыкальные приветствия. Диана Кузимбаева, Алексей Назин, «Новости дня».